причина в том, что нам пересчитали налог. И пересчитали в августе, и несмотря на то, что в мае было подтверждено, что мы по ставке 0,3% исчислили налог верно. На очередное заседание межведомственной комиссии по погашению налоговых задолженностей в администрацию муниципалитета пригласили 21 организацию. В период подготовки к заседанию межведомственной комиссии сотрудники территориальных управлений уведомили всех приглашенных, провели работу, встречи с руководством и представителями компаний. И это дало уже свой результат. Было урегулировано 12,6 миллиона рублей. По словам представителей межведомственной комиссии, основная часть задолженности приходится на арендную плату за землю и земельный налог, НДС и НДФЛ. Работа с налогоплательщиками в округе проводится на регулярной основе. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».